Всем привет! Продолжаем смотреть на картины «Видение Эзекииля». Небольшое полотно было написано Рафаэлем Маслом около 1518 года для частного заказчика. Фон картины полностью соответствует библейскому описанию. Это видение. Бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него. Само же видение Бог изображен плывущим по воздуху, поддерживаемый подобием четырех животных. Христианская традиция отождествляет их с четырьмя крылатыми созданиями. Человек или ангел, лев, бык, орел, который символизирует в изобразительном искусстве четырех евангелистов. Писут описаны в книге пророка Иезекииля и Апокалипсисе Иоанна. Бог, явившийся Иову в небесах, как напоминает в Азаре, предстает перед ним среди облаков в лучезарном сиянии, окруженный херувимами и сопровождаемый символами евангелиста. Написал он еще вскоре после этого небольшую картину с маленькими фигурами, пишет в Азаре, которая ныне тоже находится в Болонье, в доме графа Винченцо Эркалани, и на которой изображен Всевышний, парящий в небе, подобно Юпитеру, и окруженный четырьмя евангелистами, согласно описанию Эзекииля, а именно в виде человека, льва, орла и быка. А внизу крохотный пейзаж, не менее ценный и прекрасный в своих небольших размерах, чем иные произведения, гораздо большие по величине, пишет в Азаре. В настоящее время он находится в галерее Пети во Флоренции. Вот и все. Всем пока, всем привет. Сегодня мы смотрели на картину «Видение Эзекииля» Рафаэля. Пока-пока. До свидания.